Вы снова хотели увидеть ЛСП, вы хотели Федука, вы хотели даже видео на Крида, и самое главное, вы просили видео о Карандаше. Пришло время сделать все это вместе и с небольшим легким налетом диджея Мастард, но это совершенно не важно. Холостяк, вольная вариация. Поехали, это будет прикольно. Как обычно, напоминаю, CloudRap 1.2, недавно обновленный мой видеокурс, ссылка на меня в описании. Напиши мне, чтобы его заказать, подробнее в конце видео. Как я уже сказал, это вольная вариация, и поэтому звуки я подбирал, соответственно, на слух. Да, вы опять мне скажете, что этот пресет, который ты нашел, это второй банк в Nexus 28 пресет. Да, я понимаю, вы лучше меня все знаете, но я подбираю те звуки, которые мне кажутся наиболее подходящими. Итак, первый звук, второй звук — это Lounge Lizard. Этот пресет, я его никак не трогал, он нужен для атаки, потому что я что-то такое там услышал. Может, опять это поиск черного человека в темной комнате, но ладно. И вот такой вот бас. С ним я сделал страшное, сейчас покажу, что. Это был первый пресет из пака Retro Wave, я про него уже говорил. Кстати, как обычно, вы сможете поковыряться в этом проекте 2К Лукачанских, и проект будет в моем паблике ВКонтакте, ссылка на который тоже в описании. Ставь лайк, если тебе нравится. Короче, я просто отпилил звук немного низа с помощью вот cut-off, и все. В этот звук я вообще, по-моему, не вносил никаких изменений. Напоминаю, что это вот этот пресет, он стандартный. Вы можете его найти вот здесь, вот он, орган бас. И я правильно сделал ударение в этом слове. В этом видео мы пропишем кусочек куплета и припев, так что давайте что-нибудь уже напишем, начнем с клэпа. 98 BPM, кстати, у нас в этом треке. Но здесь у нас будет страшное. И прибавим. При этом на этих ударных Cut Itself нажимать не нужно, потому что в оригинале в треке я услышал, что, по-моему, на клэпах он не нажат вот в этой пробежке, и там хвосты остаются. Насколько я знаю, Карандаш писал это на MPC 2500, и по-любому там уже должна быть функция Cut Itself для каждого отдельного звука. Если ее нет, или если вы точно знаете, то напишите в комментариях. Ладно, второй звук у нас это что? Это воксы. Они имеют очень сложный паттерн. Вот такой. Теперь перк, самое сложное. И теперь тамп, тоже очень сложный паттерн. А в конце, 1/2, Ctrl-U, и шлеп. По-моему, причем тоже не было там Cut Itself, и его надо сразу убавить, потому что он будет слишком громким. Зажимаем Alt, крутим колесо мышки вниз, и... Теперь Open Head, вот. И хэт. Паттерн хэтов суперсложный. Уберем пока тамп, он что-то мешает. Оп. И все. Вот и весь паттерн хэтов. Суперсложный паттерн. Теперь самое интересное — мелодия. Давайте длину подберем. По-моему, так. Теперь октава вверх. И все это вместе перенесем. Вот. Так, самая верхняя нота G5, потом G4, потом G3. Она же соль. G — это соль. То есть соль, до, ре, диез, ре, диез, ре, соль. Вот и вся мелодия. На 3 октавах. Теперь то же самое переносим в Lounge Lizard. Только это получилось громко. Нижнюю октаву отпилим. У нижней октавы, которая теперь стала нижней, чуть убавим звук. Все вместе убавим. Alt зажимаем колесико мышки. Нет, на октаву ниже. Вот оно. То есть получается, в случае с электропиано, верхняя октава G4, нижняя октава G3, она же соль. Теперь давайте перенесем в серум все это и у него отпилим 1 октаву. Вот так. Надо громкость выровнять у этого. Вот так вот. Теперь кик. У кика очень простая партия, просто обычная клубная партия. А вот тут так.
Вот, да. И хэты, по-моему, его поддерживают, этот кик. Ударные готовы, теперь бас. Ну, с басом можно сделать, как я уже говорил до этого. Просто берем вот так. Переносим на соседний паттерн. Будем писать бас по кику. При этом достаточно просто Ctrl-C, Ctrl-V 808. И на октаву вниз. Здесь бас у нас будет на один раз звучать, не два. Перенесем на октаву вверх, послушаем. Вот если так. Так лучше. На басе сделан cut itself, естественно. И тут еще один звук в поддержку. На вниз на октаву. То есть получилась супер простая клубная мелодия, но я понимаю, что мелодия еще звучит не настолько так, как вам хочется, не настолько так, как звучит в оригинале, поэтому давайте все сразу отправим на микшер для удобства. Эти звуки у нас будут на одном групповом канале, вот эти два звука. Потому что я хочу получить из них такой прям клубный плаг, жирный-жирный. Для этого нам нужен чё? Компрессор нам нужен, конечно. Ну, я думаю, 9,5 к 1 хватит. Нормально, да? Классно звучит, классно, мне нравится. А так? Ладно, я шучу, конечно же. Я хочу вот этого звука. Почему я поставил бас на отдельный канал? Потому что там турун будет вот этот немножко съеден этим компрессором. Я этого не хочу. Еще помимо компрессора нам нужен один классный плагин. И это мой любимый однокнопочный ревербератор. Вот этот пресет самый жесткий. И вот так сделаем. Вот. Вот именно этот звук я хотел. Все, теперь бас. На бас повесим эквалайзер вот с этим пресетом. Просто отпилим чуть-чуть низ лишнего. Вот, по сути, мы получили и звук весь. Теперь мы сделаем вот так вот. Сделаем два групповых канала с ударными, просто для удобства. Включим тамбы. И давайте раскидаем все это по микшеру для удобства. Причем вот это у нас будет паттерн номер 2. А вот все остальное, начиная с паттерна номер 3, мы сделаем с помощью Split by Channel. И заходим в плейлист. И вот у нас эти два FX, про которые я чуть позже скажу. Ctrl-Shift. Перетаскиваем. И второй паттерн. Вот. Сюда давайте закинем все-таки soft clipper и чуть-чуть подогреем wave shaper. А на клэп повесим stereo shaper, чтобы он лучше читался. И чуть убавим сразу. На хэт и на обычные повесим тоже stereo shaper. Там просто убавим. Vox. На него тоже так. Тоже stereoize 2, мой любимый, самый любимый пресет. Этот звук мы трогать не будем. Итого. Сюда я еще хочу повесить чуть-чуть реверба. Вот с очень легенькими настройками. Вот чуть-чуть, совсем капельку. В 5% и все, и хватит. И сразу после него хочу повесить вот один стереоконтрол. Вот с этим пресетом. Очень легкий пресет. И сразу после этого еще эквалайзер. Тоже с пресетом, вот этим. И так, чпоньк. Просто открутим чуть-чуть низа. Теперь давайте по громкости. Вот так. Вся обработка. Больше ничего интересного тут не будет в плане обработки. Потом я чуть позже накину озон, но давайте напишем структуру. Так. И... Оп, вот. То есть мы получили паттерн без этого ту-ту. Стрэч отключен. Вот так отпиливаем. И вот здесь будет еще вот так. То есть это набор FX-ов вот такой. Естественно, все это будет в проекте. Вот так.
Вот, это получается куплет Федука. А потом будет вся полноценная часть. И как обычно, сейчас я чуть-чуть поколдую озоном, и потом мы послушаем все это только с озоном. В чем прикол обработки озоном? Она усиливает и сильные стороны, и слабые стороны. Причем слабые стороны усиливает значительно сильнее. Потому что вот сейчас я услышал, что вылезает клэп с тем его дурацким хвостом. Так что сейчас мы его вот так вот подрежем, а реверберацию ему дадим свою собственную. Легенький ревер ему сделаем. Тоже процентика 3. Вот, да, вот так классно. И послушаем все вместе. Вот такой вот получился бит. Он получился очень простым, потому что он и есть очень простой. Я постарался повторить его максимально точно, насколько услышал. Как обычно в комментах вы можете написать, что я совершенно не прав, что звучит он совершенно иначе, и я вообще лошара. Я читаю все комменты, так что я в курсе. И как обычно поставьте лайк, если видео было полезным и понравилось, и совершенно заслуженный дизлайк, если оно было бесполезным и вообще не понравилось. Как обычно напоминаю, что у меня есть Cloud Rap видеокурс 1 и 2, состоит из 3 частей по клауду, по трилу, по трэпу. И каждая из этих частей от А до Я, то есть от набора сэмплов до готового бита. Также к курсу приложены все ссылки на плагины, все материалы из курса, участие в закрытой группе и дополнительный видеокурс для начинающих на случай, если вы вчера открыли FL Studio. Чтобы заказать этот видеокурс, напишите мне, он стоит 3290 рублей, напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс, ссылка на меня есть в описании. И посмотрите другие мои видеоуроки на этом канале, подпишитесь на него, если вы этого еще не сделали, шарахните по колокольчику, если вы уже подписались. Как обычно, как я уже сказал, ставьте лайк, если было полезно и понравилось. На этом все. Пока.